Ну что ж, продолжаем. Продолжаем продолжать. Так. Пожалуйста, поспеши. Стараюсь, не отвлекай меня. Так, где бы мне здесь... А, я могу в любой местности здесь ставить, да? А, хрен там. Ага. Нет, сюда мне не надо, я понял. Не надо вот сюда. Так, ты минус. Ты в плюс. Проще сразу заряженным стрелять, мало ли что пригодится. Хотя стоп. Перенаправь лучи. А, тут вот в чем дело. Извините, не увидел с первого раза. Тогда здесь вообще все элементарно просто. С этими порталами. Перенаправь лучи. Санта-Лучия. Ля-ля-ля-ля. Нам, собственно, куда и надо-то? Оба-на. Там еще что-то разрушить. И как мы это разрушим? Ну, видимо, нам вон туда. Как вариант. Либо... Либо сделать все вот так. Или направь лучи. Я уже понял, чувак, не надо 10 раз повторять одно и то же. Так. Здесь такие ясная проблема вырисовывается. Я пролетел нужный мне выступ. Туда отправляет, да? То есть чисто в теории я могу сразу пройтись наверх, как только буду рядом с нужным выступом. Пока не с нужным. Ну ладно, можем сюда пока что пройтись. Подымем, опустим. Попьемся, понятно. Оу-оу. Какая штука сверху-то. Она меня не убьет, надеюсь. Так. Красиво. Минус. Минус. Минус и... Минус. Понятненько. Еще полезного от вас не добьешься. Бамс. Добили. Ну. Нас довезли таки до верху.
Ой, чувствую, там будет что-то неприятное. Вообще хотелось бы уже побыстрее немножко закончить, потому что долго бегать поднаскучивает все-таки. Шутку юмора оценил. Так, ну вы будете строить? Пошли стройки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, так лоханулся-то. Подлетай. Крыса тыловая. Так. Давайте просто тупо на скорость. Фастом. Сейчас посражаемся здесь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Эти твари умеют делать больно, я так понял. Зашибись, блин. Серьезно. Ну ладно, хоть птичку убил. Так, теперь можно более или менее спокойно с этой хренью пообщаться. Так. Бамс. Хрен там, не долечу я отсюда. Откуда бы до нее тогда прыгнуть? Отсюда не вариант, точно. А, чё я туплю-то, там же эти откроются. Блин, только здоровье потерял. Только потерял здоровье. Упс. Почему она, кстати, не цеплялась там? Или под таким углом? А, нет, цепляется. Еле-еле. О! Шикос. Не зря прыгнул. Как будет только теперь... В принципе, понятно, как теперь далее. Да ё-моё! Надо было все-таки тогда ее поставить, да? Не успею. Придется ждать, надеяться и верить. А иначе никак. Ну, в принципе, она довольно быстро проходит, на самом деле, я так заметил.
Ну вот как взять верхнюю, кроме как только по этим? Я не понимаю пока что. Ну, видимо... Видимо, только по ним и надо брать. То есть, вы же видели, там надо мной крюк можно использовать. Думаю, только так это и делается. Бамс. Все, все взял. Хорошо. Это еще что за хрень? Что за говно? Хотел сказать фух, но понял, что походу обшибся. То есть только вот в этой точке где-то можно попасть в нее. Ах ты ж падла. Видите, как не дает она. Блин, а как это сделать-то нормально? И как? Как тогда это делать-то? Вообще жесть. Ставить портал через портал? Сейчас, серьезно? Так изи просто, да? Просто ставить портал через портал. Вообще изи. Понятно. Было изи, стало ни хрена не изи. Он идет! Здесь у меня определенно проблемы. Так, тут две плюхи. Я одну из них возьму, думаю. Так, на всякий случай. Я, конечно, хорошо прокачал свою фишку с разрубанием. Клинки эти. Поэтому мне это помогает. Если бы не клинки, я бы уже помер бы хреном давно. Девушка, вы что-то... Ах, немножко, не? Так, стой, ты куда укатил-то? Ты куда укатил-то? Стой, стой, вернись, стой. Так. Благо, портал можно ставить через портал. Удобно. Так. О-о-о-о. Тише, парниш. Парниш, тише. Тише, парниш. Без ног вас, молодые люди, оставим. Охренеть просто. Дамочка, не пошла бы вы на три буквы отсюда? А то вы больно борзая.
еще есть. Откуда вас столько берется-то, ё-моё? Да что ты на меня рычишь? И это все? Вот и я думаю, и это все. Ну и хорошо. Так, здесь один ярость. И один флакончик можно взять. Жизненный. Дабы восстановить свои хилки. Блин, теперь у меня с другим проблема. У меня проблема с этими мадамами. Фига, у меня уже жизненный флакон полностью не восстанавливает моей жизни. Флакон. Флаконистый флакон. Ну я понял уже, что мне вниз надо. Внизу ничего хорошего, в общем, не ждет. Ладно. Хрен с вами. Сделаю вид, что не знаю, что произойдет. Я и вправду не знал, что произойдет. Чё за фигня? Ну, понятно, что богато украшенный ключ, все дела. Фу-у-у-у. Я как-то и подзабыл, что могу уклоняться. Пошли нахрен отсюда. Да ты охренела. Блин! Свали, тварь! Чуть не помер, блин. Так. Понятно, короче, центр там скоро полностью обрушится. Центр замещают вот эти фигни. А вот эти нужно как-то передвинуть куда-то, да? Получается, что так. Там все совсем обрушается. Ладно. Надеюсь, что я делаю все правильно. Так, а что мне, собственно, надо сделать-то? Тупо забраться же, правильно? Или что мне надо сделать? Я просто пока не вкуриваю, что конкретно мне нужно будет здесь сотворить. Так, и чё? А за верх я цепляться могу? Понятно, за верх я цепляться, походу, не могу. Кстати, прикольно, у нас глюк, смотрите, под нами летает одно из наших оружий. О, уже не летает, отлично. А нет, могу, смотрите-ка. Только что мне это таки дало? А, мне тупо на самый верх. Это
Так-то. Так-то это как-то надо поаккуратней сделать. Так. Сейчас мы отсюда переместимся вот так. Хорошо. Хорошо. Несмотря на то, что мы будем продолжать туда-сюда опускаться, мы будем все равно подниматься. Причем подниматься мы, по идее, будем быстрее. Давай, почти уже, еще один раз, по идее. Ты, мать твою, издеваешься, что ли? Ладно, я думаю, запрыгнем. Так. Хилочка. Ярости. Да ладно, три штучки все устанавливать, серьезно? Это проблема. Проблема. Так, мне что-то не нравится, здесь черепов полно. Хотя мы же в царстве смерти, как бы. Вроде как. Ладно. Блямс. А, отлично. Сокровище какое-то пропустили. Чё, серьезно? Да нет, вроде не за этой стеной, видимо. Либо оно чуть выше находится. Оп. Сокровище. Ладненько. Будем плясать от этого сокровища. Видимо, то сокровище находится где-то ниже. Наверное. Опять? Второй? Серьезно?